Вот это вот продажа. Вот эту саженец продавал лично я, в качестве консультанта. Объясняю, как это случилось. Во всем мире, чем больше саженец, тем он дороже. Так. Вот. Вот эти саженцы, вот это отзыв, смотрите. Вот здесь я отрезал своими руками, вот смотрите, где у меня. Видосик этот, курсор, вот так вот я отрезал. Вот я получил результат. Вот он весь. Сейчас я сделаю поменьше. Ага, вот так понятнее. Значит, вот здесь как раз он на этом кончается, все эти ветки обрезаны. Вот эти, допустим, стоят 1500. Они того стоят, поверьте. Надо забыть про то, что цена по бутылке пива. Или две бутылки пива. Вот это 1500, они ровненькие, хорошенькие. И они соответствуют, их размер соответствует этим же горшкам. Согласны? Корням в горшках. Плюс мощный ком, неразбиваемый. А этот, я сказал, мужик, то есть хороший человек, он не первый раз приезжает, верит мне. Я говорю, вот этот, пожалуйста, я вообще на обрезку делаю за 500 рублей, то есть в 3 раза дешевле. И за 3000, как продали бы где угодно. Теперь посмотрите, как продают. Вот. Вот это вот, я сейчас, я набрал слово на... Дальше догадывайтесь, я же не имею права материться. Вот. Это мое, как сказать, эмоциональная моя экспертиза. Итак, вот эти ребята, студенты, ну, уже догадались, конечно, из кого я неровную душу, Тюменская академия, их заставили попозировать вот эти саженцы, которые они взяли, где-то их выкопали, в горшках, вон они на заднем плане, вырасти такие не могли, исключено. Они заставили взять пустой горшок маленького размера, и вот эту здоровеннейшую дубину, трехметровую как минимум, с необрезанной кроной, никогда они урезать не будут. Они, это их уровень совсем другой. Я сейчас обращаюсь к выпускницам. Наталья и Ольга, пожалуйста, давайте сейчас... Почему я так подробно? Я перетянуть хочу на свою сторону. Завтра, каждый раз, когда вам будут... Вот, допустим, к вам поступает... Уже такое было, только не вы, а я отвечал. Или мой брат от моего имени. То есть... Человек умирает саженец, он больной, несчастный. Вот. У него верхушка уже отгнила, он ее отрезал. И я высказал предположение, 99% верное, что при посадке не отрезали половину кроны. Она, он не мог выкорить. Ну, понимаете, саженец рослый, изувеченный, корни изувеченные. Он выкорить не мог, верхняя половина отгнила, она ее отрезала. А он дальше гниет. Спрашивает, что делать. И вот вы, Наталья с Ольгой, я надеюсь, как, пройдет время, вот, и уже когда вы очередной саженец, вот такой вот, начнет болеть, а это все на продажу поступает, вот, а человек это купит, а уже были, мы уже показывал я такие вещи, купил, купил, пришел, яму выкопал, из горшка вытащил, а корни голые, согласитесь, дальше растить не будет, эта дубина уже 3 метра, дальше растить не будет, это только чтобы... Сделать видимое, что он вырос в горшке. Причем в наглую показывают так, как она есть. Вот халтуру показывают, чтобы видели. Это же сайт официальный. Понимаете? Эти ребята с Тимирязевки. Это официальный сайт Тимирязевской академии. Вы поняли, о чем речь идет? И вы, я, Ольга с Натальей, вы, и так как все равно где-то кто-то вас скажет, да вот там железо опять про вас. Но уже все, праздник. Праздничное хорошее настроение. Сейчас закончим, и когда я закончу через 3 часа, я 100 грамм уже наркомовских фронтовых. Это же фронт, это война. Я выпью, да, ну 100 грамм не потяну, но 50 выпью. И вот получается, что когда вот такой саженец, который посадит, он начнет отгнивать, естественно, сверху, и вы уже будете смело говорить, то, что вы драйвер травму не знали или не догадывались, вот. Ну, мы ни разу это не использовали. А вы, уважаемые, там, это, подтвердите, что наверняка мы садили не, и крону частично не обрезали. И у вас получилось несоответствие. Корни выкормить не могли, саженец заболел. Вот это одна из страшнейших бед. Она нигде не описана. У меня столько такая библиотека. Сейчас у меня в туалете, извините, это, у меня времени мало, я в туалете читаю. Вот. Там написано, что 1000 экземпляров, и он высадовал, и я вам потом покажу.
Я только сегодня открыл, когда мне все это вставлять. А там опять тоже да потому. Там про черный пар с удовольствием пишут. Вот. Ну, понимаете, то есть те же самые стандартные ошибки. И нигде, ни там, нигде, нигде нет, вот чтобы взять и часть кроны отрезать, которая все равно обречена. Она, допустим, вся не отгнила, но дерево в целом начинает болеть. А здесь вот это вопиющее. Вот. Кто-то из вас ближе, вы же так уважаете свой альма-матер, Тимирязевич, вы позвоните, скажите, берите вот эту фотографию. Вот. Нехорошо. Даже не надо говорить, что Железа вас обидел. Вы вдруг прозрели. Караул, нельзя вот так делать. Продать чеку, он потом выдернет с голыми корнями. Вот. Я вот это вот вспомнил. Кинокомедия была в перестроечные времена. Мы не пашем, не сеем, не строим. Мы гордимся общественным строем. Вы, девчата, гордитесь Тимирязевской академией, давайте ее улучшать. Всегда и всюду наука, вот эта наука, как ее назвать-то, учебная наука, она всегда отстает от практики. Это было, есть и будет. Вы же не зря сослались 30-50-й год. Вы же не знали, что с тех пор мы ушли на 100 лет вперед. Вот. Просто не знали. Почему? Вас так научили, а вы не обязаны Железова изучать, Латинкова, Бродского, Боднара. Не обязаны. Почему? Потому что вам должны были как сказать? Не верьте ничему, пока сами не проверите. И получается, что мне так хочется, чтобы вы перешли на это. Вот не обязательно, не надо себя уже в грудь бить. Ладно, я прощаю все эти самые ложь, мошенничество, все, что в мой адрес, да? Ни одного дикого не получилось плода у людей, у моих этих. Вот такая вот папка с этими с фотографиями. Половина из косточек. Некоторому один умудрился вообще привитые и не привитые. Не привитые, крупнее привитых. Я ему верю, потому что там фотографии, все по-честному. В общем, поняли, да? Давайте вы следите за это. Я буду где-то. Ну, не обязательно вас все время обращать, ну, вспоминать. Но поверьте, мне приходится все время. Знаете, если мне поверит один, а вам 100, так сейчас такое соотношение. Мы никогда не выберемся из этой, ну, грубо, собственно говоря, говорить не будем.